Мы принесли новогоднее все. Одну гирлянду мы в зал повесили. Там еще одна есть, она с шишками. Ну, только нужно это, батарейки сюда. Зомби. Нет, это не та, это синяя. А мне такая не нужна сейчас. Вот здесь у нас будут такие. Вот смотрите, папа у нас во что играет. Скачал какую-то игру, сказал, что он как... Как в фильме, прям графика, все дела. Толком не ложится, играет, приходит спать в 4 утра уже какой день. А на кухне будет так. Один тот же стиль повешивания, как сказать. Показал новую клеенку на кухню. Ой, она, наверное, большая, да? Это можно здесь кушать. Да, можно здесь кушать. Прям под размер нашего стола. Порядок. Вот такие вот. Вот, Анют, на, я тебе буду давать, а ты будешь складывать. Всякие неудобные такие штуки, с которых есть нельзя. Смотри, еще одна такая же. Ни одной удобной тарелочки. Все тарелочки есть неудобные. Все. Такая у нас коллаборация каждый год. Все удобные тарелки мы убираем, все неудобные тарелки мы достаем. Тарелки, между прочим, очень красивые. А вы их когда купили, вот эти вот тарелочки? Такие. Вот эти? Да. Ой, когда ты маленькая была. Все поставила, расставила. Здесь такие тарелочки. Так, здесь такие маленькие и бокальчики новогодние. Коридор у нас будет весь разноцветный и из игрушек, которые мы сделали сами. Всякие, смотри, здесь есть елочка, смотри, какая. А вот лисичка. Даже бусики есть. Я помню, что-то так долго их делала. Пошли письмо. Алён, смотри, сейчас письмо сюда положим, а Дед Мороз его заберет. У нас есть носочки вот такие вот новогодние. Вот еще второй. И вот в эти носочки нам каждый год Снегурка приносит какие-то подарочки. С 1 по 31 декабря. Нет, не по 31, по 30 декабря. 31 же Дед Мороз под елку приносит. Сегодня у нас 1 декабря. Вот такой вот у нас был конвертик. Смотри, Лерочки и Анечки. Открываем. О, здесь даже, смотрите, наклеечка даже, что это сегодня же 1 декабря. Сегодня время писать письмо мне. Мы уже открывали, как будто просто я показывала. Смотрите, штамп, Дед Мороз. И вот такой подарочек у нас лежал. Буду показывать, какие у нас подарочки будут каждый день еще. Всем так понравилась игрушка, что ее все юзают уже. Время же 11, а ее до сих пор все пытаются сделать. Сегодня у нас опять письмо. Нам нужно украсить окна как-нибудь красиво. И вот такая щетка детская. Смотри, какая у меня щепка. Распаковываем. Давай решать этот квест. Где у нас открываются наклейки? Ой, они смотри, какие все, видишь? Прям классные. Давайте вот так что-то. Слушай, красиво наклейки. Иду проверять, как выполнили задание Снегурки на сегодня. Еще все наклейки облепили, что ли? Это чисто Анечкина, да, работа? Да. Слушай, ну неплохо. Самые обклеенные окна это вот здесь. Снегурочка нам подарила пузыри, сейчас идем на улицу. А, вот нет, про стихотворение. Это вот как раз нужно выучить стихотворение. Но мы уже выучили. И вот такую вот головоломку нам в подарок. Вот такие две штучки каждому. И там они новогодние внутри, да? Ой, упаковка, смотри, прям новогодняя прям. Нас тут просят, чтобы мы упаковали подарки. У нас есть еще не упакованные подарки, будем упаковывать. И вот такую вот мозаику. Thank you.
Так, задание у нас от Снегурки – подарки запаковать. Мам. Запуталась? Да, я запуталась. Вот. Да, по-моему, 6 декабря. Да. Нам нужно нарисовать зимний пейзаж. И вот такой вот блеск подарили. Так, что там? А вот, вот. Такой вот интересненький. Вот такой у нас получился зимний... Наверное, здесь пасмурно просто. Ну, как бы еще чуть-чуть и черный квадрат. Ну, короче, это вот первый рисунок был. Так, да. Ой, нет. Или вот так надо было. Так надо? А, нет, вот так надо было, да. Тут, тут солнце, вот солнце. Да, тут все, 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 все серьезно очень. Так, и. Ну, тут уже. Это каток, это камыши, это подснежники, это елка, небо и солнце. Такие вот у нас пейзажи получились. Сегодня надо было нам украсить, сделать вот такую гирлянду из колечек. Она у нас есть. Мы ее повесили сюда в коридор. Вот она. Она большая. Что поместилась почти на весь проем. Группа нам принесла наклеечки. Молодец. Еще один нужно клеить сюда. Дольки. Ананас у нас есть у мартышки. Теперь банан будем клеить. Так. Надо еще банан положить в мартышке. Вот это вот настоящий. Смотрите, как у нас пингвины стоят. Льдину перевешивают. Нужно сделать снежинки. И вот такая еще одна головоломка. Мы ее быстро сделали, да? Мы уже поняли принцип. По крайней мере, вот они все идентичны, когда вот такие две детальки соединены. Вот он, такая инструкция, да? И вот здесь вот такая. Слушай, ну получилось прям. У нас еще здесь такой макет недоделан остался, не получился у нас первый раз. И вот так прилив, вообще, слушай, смотри. Класс? Угу. Давай вот так вот сделаем. Нам нужно что сделать? Фильм посмотреть, или мультик новогодний. И вот смотрите, какое мыло. Зайчик. Фигурное, как зайчик. Новогодние упаковки. Оно так классно пахнет вообще. Вообще пахнет жвачкой, да, вот как раньше мать, были жвачки. Напомнить хотим. Сейчас мы покушаем пельмешки домашние, будем смотреть фильм. Пока варились пельмешки, мы немного доукрашали дом. Повесили сюда магнитики. Балкон тоже украсили. Вот такие шишки вешаю обычно сюда. Вот такую штучку повесила, елочку. И вот такой елочки я сюда ставлю на балкон всегда. Блин, такой ветер у нас вообще. Своими руками что сделали, поставили. Получился городок. Мы выбрали фильм «Санта-Клаус». Лежим, смотрим перед сном. А нам нужно сделать тесто. Чтобы потом сделать соленое тесто, чтобы потом сделать из него снеговика. А еще вот такие шарики. Вот такого цвета. И еще вот такого цвета красиво. Сейчас будем делать соленое тесто по рецепту. Давай. Соль. Теперь добавляем 1 стакан муки. Сейчас перемешаем. 5 столовых ложек масла. 3. Сколько вот немного? Я не знаю. Я не знаю, сколько воды. Не могу сказать, сколько добавляю воды. В принципе, я думаю, воды больше не надо. Вот такое оно получается. Ну, ломаненько так вот, как кинетический песок. Ну, пойдет. Вот. О! Я рассказываю, это кто здесь? Это снеговик. Это какая-то ледяная... Это снежинка. Я думаю, это гора. А снежинка это еще? Это ёжик. Блин, вот это похоже на вулкан. Это похоже на какую-то гору. А это типа такой толстый снеговик стоит. На водяного похоже. Это кораблик. Кораблик? Кому чего видишь, показал? Это гагарик, это снежинка. Сегодня нам нужно найти дома новогодние книжки.
Но Снегурка, сейчас покажу, что нам подарила. Вот такая огромная книга. Смотрите. Просто она большая. Прям такая увесистая. Тут новогодние какие-то рассказы, истории. Вот, здесь их много. 528 страниц. Тут вообще прям все-все-все новогоднее. Обалдеть. Сегодня начнем читать. Вот так вот, с Новым годом. Просто я балдею. Сегодня у нас задание. Сделай новогодний вот такой шар. Но еще у нас лежал глицерин. И еще лежала вот такая баночка детского пюре. Уже все съели, подготовили баночку. И сейчас будем туда делать. Вот такая вроде игрушка есть. Но, блин, я что-то сомневаюсь. Крылья у нее большие. У нас есть вот такие блестки. Мама у нас хомяк, все подряд собирает. Так, все, да? Все, хватит. Сколько воды добавлять? Я не знаю, немножечко. Так? Да. Раз, два, три. Все. Классный? Угу. У нас пингвин отвалился от крышки. Тоже неплохо. Сегодня нам нужно провести какой-то эксперимент со льдом. А еще вот такая головоломка. Мне кажется, это уже посложнее. Насыпь маленько соли, как задание у нас. Что происходит? Ой, смотри, там краска прям какая-то стала такая, видишь? Угу. А, смотри, он разъел лед, видишь? Да. Конечно. Смотри, как красиво. Сегодня нам нужно сделать открытки. И еще вот такие духи. Они пахнут вишней, но здесь запах клубника, мороженого, ваниль. Не знаю, ничего не чувствую, только вишню чувствую. Сейчас будем наряжать елку. Вот этой штучки у меня крестовины нет, где-то она потерялась. Вот, более-менее прям нормально. Теперь шарики, да, вешаем. Теперь елку вешаем. Все розовое будет. Мы ее поставим вот сюда, чтобы нас киса ее не трогала. Придется елки вот эти разобрать. Веревочки на веревочке, елочки. Поехали. Первая открытка у нас получилась. Сейчас еще вот сюда приклеим звездочку и все. Сейчас будем шить елку. Выбираем бусинки для елки. Вот такая у нас открытка получилась, вторая. С бубенчиками. Осталось написать поздравление и все.